Здравствуйте, дорогие друзья! На улице уже холодно, зима, так что нужно подумать о том, чтобы связать тепленькие пинеточки нашим маленьким деточкам, внучкам, на подарочек, племянницам, ну, кому-нибудь из малышей. Я связала вот такие вот тепленькие, такие они нежные, мягенькие пинеточки. Взяла вот эту пряжу, она такая мягенькая, пушистая. Это Alice Softy Baby. 100% микрополиэстер, 115 метров 50 грамм. И обычная вот такая вот еще дополнение беленькая ниточка, 130 метров на 50 грамм для отделки. Впереди будет шнурочек по желанию, если вы хотите. А так они очень тепленькие, мягенькие, такие мягенькие. Спицы я взяла троечку. И замеряем, сколько тут подошва. Где-то 12 сантиметров. Простенькие, без всяких узоров, без всяких рисуночков. Главное, чтобы они были тепленькие и удобные, чтобы они не спадали с ножки. Для этого я завязочки сделала. И они все такие вот тепленькие, пушистенькие. Итак, набираем мы. Вот этой пушистой ниточкой я набрала 28 петель и провязала один ряд лицевыми петлями. Двадцать восемь. Вытаскиваем одну спицу и вяжем полностью весь ряд лицевыми петлями. Кромочную снимаем и дальше вяжем лицевыми. Внимательно смотрите, потому что ниточка пушистая и петелька легко может соскочить и затеряться. Не торопитесь, потихонечку. Если упадет куда-нибудь одна петля, то достать ее будет уже не так легко. Последний вяжем кромочной. Следующий ряд снимаем кромочную петлю. Дальше вяжем одну лицевую, потом делаем накид и вяжем 11 лицевых петель. Накид 2 петли лицевые. Опять накид. Опять 11 петель. Накид 1 петля и кромочная. Следующий ряд вяжем все петли лицевые. Кромочную снимаем, следующая лицевая, дальше у нас идет накид, мы вводим спицу внутрь петли и вяжем ее за заднюю стеночку, вот так вот. И так мы вяжем 4 накида, остальные вяжем обычно лицевой петлей. Провязали мы ряд лицевыми. Я вам покажу схемку, если кому легче вязать по схемке, кто хорошо понимает ее, значит, можете вязать дальше по схемке. Вот мы набрали 28 петель, первый ряд провязали все петли лицевые.
Второй ряд мы провязали уже, кромочная 1 лицевая, сделали потом накид, 11 лицевых, опять сделали накид, 2 лицевые, опять накид, 11 лицевых, накид, 1 лицевая и кромочная. У нас сейчас на спице 32 петли. Третий ряд и все нечетные ряды, все петли лицевые. Накиды провязать перевернутой петлей, как я вам показала. Теперь мы вяжем четвертый ряд, пятый ряд мы вяжем нечетный ряд, как третий, шестой, и так мы вяжем до конца. И на спице у нас должно быть 48 петель. Итак, мы сейчас вяжем четвертый ряд. Вот смотрим, кромочная 2 лицевые, накид 11 лицевых. Кромочная 2 лицевые, накид 11 лицевых. 1, 2, 10, 11. Накид 4 лицевые, накид, накид 4 лицевые, накид 11 лицевых, накид 2 лицевые, кромочные 11 лицевых. 2 лицевые и кромочная изнаночная. Следующий ряд мы вяжем все петли лицевые, накиды вяжем вот за заднюю стеночку, переворачиваем петлю, это мы вяжем пятый ряд, дальше шестой ряд, кромочная 3 лицевые, накид 11 лицевых, накид 6 лицевых, накид 11 лицевых, накид 3 лицевые, кромочная. Получается 40 петель. Итак, вяжем. Кромочная 3 лицевые, накид 11. Накид 6. Накид 11. Накид 3. Дальше седьмой ряд, все петли лицевые. Дальше следующий ряд, восьмой, мы вяжем кромочная, дальше вяжем 4 лицевые, накид 11, накид 8, накид 11,
накид 4 кромочные, и назад вяжем все петли лицевыми. И последняя, пятая прибавочка. Снимаем кромочную петлю, дальше вяжем 5. Накид 11. Накид 10. Накид 11. Накид 5. И следующие два ряда мы вяжем лицевыми петлями, возвращаемся вот сюда вот. Итак, провязали мы еще два ряда лицевыми. На спице у нас 48 петель. Вот схемка, кто еще не успел связать. И теперь мы еще дальше провяжем 4 ряда, все 48 петель лицевыми петлями. Провязали мы еще 4 ряда лицевыми пушистой ниточкой. Теперь я возьму белую ниточку и вот эту окантовочку, 4 ряда провяжем еще лицевыми петлями. Белой ниточкой 4 ряда вяжем. Итак, провязали мы еще 2 дорожки, 4 ряда беленькой ниточкой, на спице 48 петель. И теперь мы будем вязать вот эту среднюю часть мысика. На мысике брала 8 петель, на спице у нас 48 минус 8, 40, делим пополам 20 петель. Итак, берем мы сейчас нашу пушистую ниточку и провязываем 20 петель. Так, 17, 20. Теперь вяжем среднюю часть, вот эту, 8 петель. 1, 2, 4, 6, 8. Здесь у нас также 20 петель. Мы их будем убавлять. Провязываем теперь из этих 20 2 вместе, 1 изнаночной. Развернули, пересняли ту, которую мы провязали, и вяжем 8. Вяжем лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь у нас 20. 2 вместе провязываем 1 лицевой. Развернули. Провязанную пересняли. И теперь вяжем только средние петли. 8 петель. Провязали 8, 2 вместе. Развернули. Пересняли. Провязали 8, 2 вместе. Две вместе. Развернули, пересняли 8. И так мы убавляем, пока нас на спице будет 30 петель.
вместе с кромочными. Две вместе, развернули, пересняли, снова 8. Две вместе, развернули, пересняли и так далее. И считаем, чтобы у нас было 30 петель. Так, у меня на спице 30 петель. Вот смотрим, вот эти две вместе, которые мы не считаем, здесь у нас 10 петель. 2, 4, 6, 8, 10. Потом 2 кромочные и 8 петель средних, тут 10. И здесь также 10. 30 петель. Убавили мы 2 вместе последний раз вот здесь с правой стороны. Теперь мы провязываем до конца ряда. И здесь мы уже 2 вместе не вяжем. Затем возвращаемся по изнаночной стороне опять лицевыми. И еще 2 ряда вяжем лицевыми. Вот мы провяжем 4 ряда лицевыми. Затем 2 ряда провяжем беленькой лицевыми петлями. Дальше мы полностью будем, весь тапочек у нас вяжется лицевыми. Сейчас мы провязываем назад ряд и еще 2 ряда вяжем. Провязали мы 4 ряда пушистой ниточкой и 2 ряда беленькой ниточкой. И теперь мы здесь на этой белой полосочки сделаем дырочки для шнурочка. Кромочную снимаем, дальше вяжем 2 вместе накид, 2 вместе накид, 2 ряда накид, 2 вместе, накид и кромочная. По изнанке вяжем лицевыми все петли. Накиды вяжем обычной петлей, чтобы была дырочка. Вот так. Вот мы провязали. Так. Дальше. Сейчас мы вяжем 6 рядов пушистой ниточкой, 2 ряда белой, 6 рядов пушистой, 4 ряда белой и закрываем все петли. Итак, провязаны все ряды. Теперь мы закрываем белой ниточкой все петли. И потом нам остается только сшить пинеточек. И дальше нам нужен будет крючок или иголочка, ну и ножницы. На изнаночную сторону выворачиваем. Сначала мы соединяем беленькую часть, белой ниточкой сшиваем. Я связываю ее с пушистой, заделываем потом вот сюда вот кончик белой ниточки.
И вот дальше шьем уже пушистая ниточка, соединяя вот эти все наши цвета, чтобы полосочки соединились. И шьем задники, подошву. Итак, мы пинеточек сшили. Вот шовчик. Связала я крючком шнурочек и вдела сюда наши дырочки, которые мы сделали. Длину шнурочка смотрите сами, какая вам нужна. Пробуем одеть на колодочку и посмотреть, как пинеточек будет на ножке. Вот такая вот красота. Вот такие симпатичные пинеточки. Главное, что они очень тепленькие, пушистые, легенькие. Получились сегодня для нашего малыша. Если вы возьмете серенькую ниточку пушистую, или голубенькую, или зеленую, то можно связать для мальчика. Ну, а на сегодня буду с вами прощаться. Всего вам доброго, удачи. До новых встреч. Всем пока.